Могли мы, конечно, обойти полностью и Верховные Советы, надо было небольшую преемственность показать, вот, кстати, кто-то спрашивал, здесь есть президент. Архитектурный шедевр. И, конечно, правительство я рассматриваю с точки зрения архитектуры. Можно приходить каждый раз, смотреть. Тем более, что вам сказали, что в ближайшем будущем, и сейчас, я знаю, проходят экскурсии. 26 депутатов первого созыва. У нас такое мемориальное маленькое табличка была. Сегодняшнему посещению выделил это трепетное отношение депутатов к своей истории. Не каждая организация ценит то, что имеет, то, что у них было, потому что и этот мини-музей с несколькими залами, и даже сохраненные награды нашей республики. Здесь и сейчас ты находишься прямо в гуще событий. Ты можешь стать за трибуну, высокую трибуну, с которой обычно, ну, такие значимые вещи говорят. Ну, ты понимаешь, что люди, которые принимают здесь решения, им очень тяжело. Они всегда на чашу весов ставят судьбы всех белорусов и жизнь каждого из нас. Сергей Валентинович Бобиков, генерал-майор, между прочим. Он поступает оперативно. Между первым помещением у нас был